Ну, а на льду встречайте Вероника Иметова. Представляет спортивную школу номер 8 «Локомотив» города Екатеринбурга. Тренирует ее Елена Левковец и Владимир Гнилозубов. Ну, я думаю, тут остается только сказать браво Веронике. Прекрасное выступление. Это ее новая произвольная программа. Мы ее всего лишь в этом сезоне видели на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. И вот... За произвольную программу Вероника Еметова набирает 143,5. Общая сумма баллов за два вида составила 211,24. По итогам соревнований Вероника заняла первое.